Сегодня в Ульяновск с рабочим визитом приехал глава президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, четвертый федеральный эксперт, который на этой неделе посещает наш регион. О перспективах дальнейшего сотрудничества расскажет Марина Тимофеева. В концертном зале Центра креативных компетенций почти нет свободных мест. Здесь собрались те, кто готов своими идеями менять культурную афишу региона. Некоторые свои проекты уже изложили на бумаге и получили поддержку президентского фонда культурных инициатив. На самом деле эти проекты отличаются высоким качеством исполнения. И их очень не стыдно показывать в других городах, куда я также приезжаю, также встречаюсь, показываю примеры. Там обязательно есть примеры вот Ульяновской области. Фестивали, конкурсы, спектакли, образовательные программы. 66 проектов из Ульяновской области получили финансовый старт. Но каждая десятая команда получила отказ только потому, что неправильно подали заявку. Роман Карманов со сцены постарался объяснить, как повысить свои шансы, разложив все критерии оценки экспертов. У меня один вопрос, я думаю, многих тоже волнует. Это вопрос по письмам поддержки. Для творческой команды Марины Корневой президентский фонд одобрил два проекта. На очереди третий. Через три дня к нам приезжает группа детей из Луганской Народной Республики. Этот проект называется «100 фантазий для детей Донбасса». Они приезжают к нам на 20 дней. И в эти дни мы вместе с ними поставим спектакль «100 фантазий». Президентские гранты в культуре появились только 2 года назад, но уже стали мощной инвестицией в креативную экономику региона. На самом деле очень хороший и действенный инструмент, способствует закреплению молодежи в регионе, потому что у нас, ну, это не секрет, есть проблема оттока, и инструмент получения грантов от президентского фонда, он дает возможность молодежи себя самореализовать. Визит главы президентского фонда культурных инициатив доказал, Ульяновская область – флагман креативных инициатив, а в региональной академии проектного развития помогут идеи превратить в проект. Марина Тимофеева и Денис Миронов. Вести. Ульяновск.